Так, итак, ребят, мы приехали сюда, в кемпинг нас привезли вначале, короче говоря, не на завод, а попали мы в кемпинг. Вот на этой машинке, на Peugeot. Короче говоря, вот так здесь. Сейчас покажу наши спальные номера. Как мы спим. Будем спать, точнее, немножко. Но мы на пару часиков в кемпинг попали. Потом на завод. Вот такая у нас комнатушечка будет. Кровать одна, кровать вторая. На пару часиков нам. Тут еще двери, еще чьи-то комнаты другие. А здесь... О, и большая комната здесь, да? Угу. А здесь кухня. Диванчики. Кухня хорошая. Мы тут, короче, уже. Алло, слышишь? Красота. Да, приехали. Приехали.